Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об очень важных вещах, о том, как улучшить свою жизнь, иметь больше свободного времени, больше здоровья, больше друзей, больше возможностей. Наверняка каждый из вас задумался, что я много работаю, но еще, может быть, не имею той жизни, о которой мечтаю. Сегодня мы поговорим, как это реализовать и почему вы не имеете той жизни, о которой мечтаете. Но начну я с того, что хочу задать вам два простых вопроса. Вопросы, которые, в принципе, позволят вам задуматься и все изменить прямо сегодня. Итак, вопрос номер один. Чем вы сейчас занимаетесь? Нравится ли вам ваша работа? Достаточно ли вы зарабатываете, чтобы хватало на то, чтобы вы жили как хотите? Есть ли у вас перспективы для увеличения доходов? Если ваши ответы на все эти три подвопроса «да», вам нравится работа, вы достаточно зарабатываете, у вас есть перспективы, тогда в принципе можете закрыть этот видеоролик и дальше не слушать. Если же хотя бы на один из этих вопросов вы говорите «нет», тогда этот ролик для вас. Если же на два или три вопроса вы говорите «нет», тогда слушайте внимательно, потому что этот ролик позволит вам изменить все прямо сегодня. Итак, второй вопрос у меня такой. Интересно было бы ли вам узнать, как помимо того, чем вы занимаетесь сейчас, зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, тратя 1 час в день. Согласитесь, небольшая цена, 100 тысяч рублей, для многих это уже улучшит жизнь. Но мы поговорим о том, и как зарабатывать больше. Но перед тем, как я перейду к заработку, мне хотелось бы с вами поговорить о том, что есть всего 4 способа заработка денег. Способ первый, левый верхний квадрат. Вот здесь вы видите буковка R. Это устроиться на работу и получать зарплату. Собственно, этим занимается большинство людей на планете. От чего зависит доход в этом секторе? От двух вещей. От вашей квалификации и от времени, которое вы тратите на работу. Некоторым людям надоедает работать на зарплату, надоедает работать на дядю, строить кому-то бизнес. Они начинают работать на себя, переходят в следующий сектор, буковкой S он отмечен. Это сектор малого бизнеса или людей, которые работают на себя. Кто-то открывает свой маленький ресторанчик, кто-то открывает кафе, кто-то открывает магазинчик. Частно практикующие есть у нас юристы, экономисты, врачи, учителя, массажисты, визажисты и так далее. В этой категории тоже достаточно много людей работает. От чего будет здесь зависеть доход? Точно так же от вашей квалификации и от времени, которое вы затрачиваете. Разница между первым и вторым квадратом только в том, что в первом квадрате вас нанимает кто-то, во втором квадрате вы нанимаете сами себя. Третий квадрат уже интересен, более интересный, буква «Б». Он позволяет создавать источник дохода, который не зависит от вас. Это квадрат большого бизнеса. Большого – это когда у вас в бизнесе работает более 500 человек или работают машины. Еще Генри Форд сказал, можно 100% сделать работу самому и получить 100% прибыли, а можно взять 100 человек, дать им возможность заработать за организацию, получить по 1%, и вы получите те же 100% прибыли, но не затрачивая своего времени. Так вот, предприниматели или бизнесмены, люди, которые создают бизнес, они создают рабочие места и позволяют зарабатывать другим людям. Ну и четвертый сектор – это инвестиции. Это еще интереснее. Здесь ваши деньги работают на вас. То есть вы деньги превращаете в рабов, которые приносят вам доход. А вот четыре сектора. Об этом, в принципе, в своих книгах пишет Роберт Киосаки. Кто не читал, очень рекомендую почитать. Книги называются «Бедный папа, богатый папа» или «Квадрант денежного потока». А в принципе… Многие эти книги читают, и то, что я сейчас рассказал, известно, ну и по крайней мере понятно многим людям. Что люди обычно не знают, и сейчас я хочу с вами поделиться секретом, как раз который позволит вам кардинально изменить жизнь. Итак, внимание на экран. Смотрите, в левой части нашего квадрата, в секторах R и малый бизнес, работа и малый бизнес, на сегодняшний день работает более 90% людей на планете. Но денег в этих секторах всего лишь 5%. То есть 90% людей на планете дерутся за 5% денег. Можно ли здесь преуспеть? Ну, теоретически можно, но для этого нужно быть лучшим в той области, в которой вы работаете. Лучшим специалистом. И то, даже если вы достигнете вершин, стоит вам расслабиться, как тут же ваш доход резко упадет. В правой части квадрата всего лишь 10% людей
и 95% денег. Поэтому, даже если вы не самый лучший, даже если вы не самый способный, даже если вы не самый знающий или талантливый, в связи с тем, что там денег много, люди хорошо зарабатывают и живут в свое удовольствие. И у меня к вам всего лишь один вопрос. В какой части квадрата вы хотели бы находиться? И где вы находитесь сейчас? Если вы находитесь в левой части, то понятно, почему у вас нет денег. И сколько бы вы ни старались, сколько бы вы ни работали, их никогда не будет, потому что их там мало. Поэтому, если у вас есть желание перейти из левой части в правую, да, соответственно, вот тогда можете дальше слушать презентацию, мы об этом сейчас поговорим, как это сделать. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю сегодня, прямо сейчас, открыть свой собственный интернет-магазин, интернет-магазин под ключ, который работает сразу на 43 страны мира, который обслуживает более 500 человек. И эти люди все работают на вас. Что будет в вашем магазине? Какие направления? Первое направление – это здоровье. Все, что касается сохранения здоровья и восстановления здоровья. Как вы думаете, это востребованное направление? Конечно. Второе направление – красота. Соответственно, все люди хотят на Земле быть красивыми. Надеюсь, вы не исключение. Третье направление – уход за телом и волосами. Мы каждый день моемся, мы каждый день принимаем душ, и мы тратим на это деньги. Четвертое направление – долголетие. Это на сегодняшний день тренд в мире, и все самые богатые люди думают об одном – как подольше пожить и чувствовать при этом себя хорошо. Ну и пятое направление – это энергия. В каком бы секторе вы ни находились сейчас, чтобы преуспевать, нужна энергия. Чтобы в жизни добиваться успеха, нужна энергия. Все пять направлений есть в вашем магазине. Все пять направлений востребованы. И компания, с которой я предлагаю вам сотрудничать, которая будет поставлять продукцию в ваш магазин и обслуживать его, она уже делает миллиардные обороты в 43 странах. Сколько стоит, спросите вы, открыть этот магазин? Вы будете смеяться, но это стоит всего 34 евро. Лицензия на год 34 евро, и ваш магазин уже сегодня, наполненный товарами, обслуживается полностью более 500 людьми, работает на вас в 43 странах мира. Что остается вам? Вам остается направить в этот магазин людей. И вот здесь это уже может давать хороший остаточный доход, потому что работу вы делаете один раз, знакомите людей с продукцией, и они пользуются, их обслуживает компания, вы получаете процент. Но все равно количество людей, которых вы лично можете отправить в магазин, ограничено. А почему мы предлагаем вам такой магазин и о нем рассказываем? Да потому что это позволяет расширить доход. У меня к вам вопрос. Вот вы, вот ваш магазин, допустим. Вы продавать любите? Уверен, 95% людей скажут, я продавать не люблю. Я, кстати, отношусь к этой категории людей. Я не люблю продавать. Мне проще подарить человеку какой-то продукт, просто угостить бесплатно, да, чем кому-то что-то продать. Поэтому я вам сегодня покажу, как строить бизнес, ничего не продавая. Надеюсь, вам это понравится. Итак, давайте представим. Вот вы, вот ваш магазин. Допустим, вы просто купили продукцию на 200-300 евро и пользуетесь в этом магазине продукцией для себя. Ничего не продаете. Для себя любимого. То есть те деньги, которые мы раньше тратили в чужих магазинах и приносили кому-то доход, мы начинаем тратить в своем магазине. Что, к чему это приводит? И показываем эту возможность другим людям. Допустим, вы рассказали об этой возможности своим знакомым, вы показали это другим людям, показали, например, этот ролик. Соответственно, допустим, 10 человек открыли свои магазины, и так же, как и вы, купили себе продукцию для себя в своем магазине, а не в чужом. Что это дает? Компания вам за увеличение оборота по вашей рекламе платит процент. Соответственно, те деньги, которые вы потратили, теперь вам вернулись, и плюс вы получили еще дивиденды с увеличенного товарооборота. Как вы думаете, выгодно пользоваться продукцией бесплатно и получать еще за это деньги? Конечно, да. Соответственно, вы показываете это вашим 10 людям. Они делают то же самое. На втором шаге у вас уже 100 человек с магазинами. И, соответственно, это уже вам дает доход от 100, вернее, от 1000 евро до 2000 евро примерно. Это как раз порядка 100 тысяч рублей, о которых мы с вами говорили. И, соответственно, вы уже себя чувствуете достаточно хорошо, потому что большинство людей в нашей стране за такие деньги работают с утра до вечера.
Что сделали вы? Вы просто поменяли структуру расходов. Вы теперь тратите деньги в своем магазине, а не в чужом. Люди делают то же самое. Третий шаг. И у вас доход уже от 10 тысяч евро. Вы начали перемещаться с левой части в правую, потому что вам не нужно что-то делать для того, чтобы появлялись люди. Уже дальше люди рекомендуют друг другу и продукты, товары, и услуги. И заметьте, я сейчас рассматриваю схему, где люди просто пользуются продукцией для себя. Если в каком-то магазине есть еще дополнительные клиенты, а там есть возможность клиентов обслуживать, да, у них просто цена повыше будет, потому что каждый владелец магазина еще имеет 30% скидку. Так вот, если есть клиенты, соответственно, увеличивается товарооборот, увеличивается ваш доход. Ну и на четвертом шаге, соответственно, ваш доход от 100 тысяч евро. То есть вы перешли с левой части на правую. Вы переселились на планету богатых людей. Вы вошли в число 10% людей, которые контролируют 95% денег на планете. Я вас поздравляю. Если вы хотите быстрее, не вопрос. Наверняка есть люди, которые хотят двигаться быстрее и зарабатывать больше. Что для этого нужно сделать? Для этого, собственно, вот в правой части квадратика мы рисуем. Нужно просто больше тратить денег в своем магазине. Тогда вы не только для себя покупаете продукт, но и для того, чтобы угостить своих знакомых, познакомиться с продукцией. Тогда у вас будет больше контрактов, тогда двигаться все будет быстрее. Люди делают то же самое уже на первом шаге. 10 человек, которые так же, как и вы, серьезно вошли в бизнес, взяли целый ассортимент, а не один-два каких-то продукта. Соответственно, вы уже вернули деньги также и уже на первом же шаге 1000 евро заработали. На втором шаге ваш доход уже от 10 тысяч евро. И на третьем шаге ваш доход от 100 тысяч евро. Причем, заметьте, между вторым и третьим шагом где-то вы начинаете получать процент уже не только с оборота своей структуры и магазинов, которые пошли от вас, но и со всего международного оборота компании. Соответственно, это позволит вам двигаться значительно быстрее и зарабатывать еще больше. И надеюсь, вам эта идея понравилась. У меня к вам один вопрос. Хотите ли вы открыть такой магазин прямо сейчас? Если ваш ответ «да», обратитесь к человеку, который показал вам ролик, и он поможет вам открыть этот магазин. Это делается буквально 15 минут. И все, что нужно уметь делать на старте, это три вещи. Зарегистрироваться, то есть открыть свой магазин, купить продукт и показать другим, как это делается. Все. Через 15 минут после того, как вы зарегистрировались, вы можете уже зарабатывать свои деньги. Показав этот ролик своим друзьям, показав презентацию, если надо, компании продукта, это мы вам тоже предоставим, и, соответственно, начав строить свою сеть интернет-магазинов. Ну, а если вы еще все сомневаетесь, вернитесь к этому вопросу. У вас есть два выбора. Либо жить всю жизнь и мучиться в левой части квадрата, находясь в 90% людей, которые делят 5% денег на планете, либо начать хоть сегодня прямо что-то делать для того, чтобы перейти в правую часть. И то, что мы вам предлагаем, это шикарный инструмент и шикарная возможность. Спасибо. Надеюсь, вам она понравилась. С вами был Савич Сергей. О себе буквально скажу, что я этим бизнесом занялся примерно 6 лет назад. И на сегодняшний день в моей сети более 170 тысяч интернет-магазинов в 25 странах из 43, в которых работает компания. Поэтому то, о чем я вам рассказываю, это работающая бизнес-модель, которая принесла и мне, и моим бизнес-партнерам уже десятки, сотни, тысячи и миллионы долларов. И продолжает приносить. Вот этого я от всего сердца желаю вам. И уже очень многие люди перешли с левой части в правую. Выбор за вами. Всего доброго и до свидания. До встречи на следующих школах и презентациях.